Вечер добрый. Ну как, готовы к обзору готовых бритв? А? Даже я не был сегодня готов к этому. Просто как-то вот рассчитывал полдня с ними поработать, а полдня на станочке поковыряться. А потом как-то так все что-то у меня... То есть потянуло вот в эту сторону, вот именно вот к этим вот работам. И в итоге представляю вашему вниманию две говорящих руки. Как там? Да, мне еще до шуток, да? Я сегодня с утра еще тут допоздна уже фигарюсь. Никакой, но уже, да, чувствуется шутки такие. Ладно, от усталости. Итак, что я готов вам показать? Те же самые клины, вогнутые, дамаски, русский батчер, давайте его так назовем, даже я его так вот назвал на оправе. Вот. И приступим к обзору. Ну что ж, берем первую. Слева направо. Снова как книгу. Вот так вот я решил. Опять же повторюсь, вот эти вот рисунки, у меня их нет просто вообще. Я просто беру карандаш, беру оправу и начинаю что-то рисовать. Обычно с первого раза получается. Вот это с третьего. Ну, стер опять. Вот так вот. То есть у меня нет ни одного рисунка, подходящего под оправу. В интернете тоже их нет. Поэтому... Приходится вот так вот из головы все это рожать. То есть все люди как люди, да, я из головы рожаю. Вот это вот корейская береза стабилизированная, решил приукрасить. Это не скол, если вы подумали так. Это структура древесины. Вот, это американский орех, то есть основа всего. А вот это заточка, которая в легкую рубит волос, как и у всех остальных бритвочек. Вот такие вот у меня штучки с ручками вышли. Сегодня, конечно, не рассчитывал ничего сделать, но судьба, она такова. Она как захочет, так и будет. Думаю, наверное, каждой бритве вот такой вот обзор буду подвешивать прямо, то есть, ну, каждой бритве там, в каждом разделе, потому что иначе ни на фото, ни на видео, нифига там не видно, что да как, да почему. Так, следующее. Листья желтые над городом кружатся. Вот три листочка в тот ухол. Вот здесь видите, какой-то листочек несуразный. Первый, да? Это потому, что я насмотрелся Ютуба. Там советуют это все, там с пинцетиками загибать. Вот эти вот все эти вот фигурки. Но оказалось, что мой метод лучше. Загибать руками. То есть прижимаешь пальцем, другим пальцем жмешь туда. Вернее, скорее всего, да, получается, я одним пальцем зажимаю, вторым просто придерживаю. И тогда они вот так вот разруливаются легко. Так вот разруливаются. Вот. А? Чистый, как серебро. Это граб у основа. Клинышек граб. Вот так вот. Вот так это все произошло, как говорится. А? Заточка могла быть уже. Это я так тут. Как супер заточник. Нафигачил ее пошире, чем она должна быть. Но все равно узкая. Что хочу сказать по этому поводу, вообще по всем бритвам одновременно. Ну, я уже часто говорю, что я очень люблю докопаться до своих работ. Ну, прям хлебом не корми, дай докопаться. Но я не могу этого сделать.
Здесь нет ни одного какого-то нюанса, который бы позволил мне докопаться. Просто нет, не существует. Это идеальные варианты. Всегда жду подвоха, думаю, что вот-вот, сейчас там вот-вот, и... А нет. Даже к заточке хотел прикопаться, но думаю, сейчас, блин, где-нибудь там косячок какой-нибудь будет, там кривая какая-нибудь заточка. Нет. Мербау древесина, основа. Не знаю уж, как видео передаст вам инкрустацию. Вот такое вот у меня в голове родилось, глядя на мербау. То есть, я опять же повторяюсь, что ни одного рисунка я не нашел в интернете. Все копал не один день. Нифига там нет. Там или какая-то фигня, или не убирается в оправу. Или не в тему. Вот так вот. Вот так вот. Ну, естественно, горизонт. Куда без него? Мербау. Клиншик. К удивлению, тоже. Так. Ах, да? Ба-ба-ба-бам. Вот что заточка, что инкрустация, они как-то прям как родные, да? Ну, как по мне, так так. Поэтому я вот не решил остановиться на непротравленной вот этой вот зоне у острия, так как вот эта вот заточка не будет выделяться на фоне всего. Ну, опять же, как я сказал, заточку я у всех бритв сделал шире, чем она могла была быть. Она могла быть раза в два. Это я вам точно говорю, уверенно, раза в два тоньше. Ну, вот так вот. Вот такой вот я криворучный. Кстати, всех лучше приняла заточку вот эта бритва. Как приняла? То есть она там мне не говорила, там, допустим, ну как бы так, внутренним голосом, как они обычно это делают. Мол, там это, ну подведи еще, а ты вот на кромочку не вышел, а вот давай еще пошаркай, да еще что-нибудь. Нет. Чирк-чирк, турк-турк, идеал. Порадовала бритовка из Мербау, порадовала. Так... Опа, вот это тот самый акрил, который у меня давно лежит. Я из него как-то бритвки делал, даже для сайта. Клинышка акрил, опа. И тут акрил, и там акрил, и везде все хорошо. А? Я не знаю, вот передает ли это видео, но это подарок. Зря я сомневался, что вот в акрил надо, не надо, там, туда. Ну, может, протереть, я как-то тут подзалапал, пока точил-то. А протирать не протираю, прежде чем вам показывать-то, да? А! Другим светом заиграл. Нет, я сам, мне надо руки еще мыть сначала. Вот. Вот. Вот так это выглядит. Памс. Па-ба-ба-бамс. Правильно лучше показать-то. Заточки все чересчур ровные, чересчур узкие. Опять же, повторюсь, они узкие, но могли бы быть и уже в два раза. Это как минимум два раза. Вот. Но они все равно тонкие, и они все равно ровные. И докопаться я просто не могу ни до чего. Не помню, показывал я предыдущие бритвы так или нет. Но они все, в принципе, вот примерно вот так одинаковые. Вещь. Ах, а как заходит ровно. Все тоже, когда вот собираю, жду подвоха. О, сейчас протру, сразу протру. Жду подвоха, ну думаю, ну сейчас там где-нибудь то начнется, что-нибудь то там мудрится, там канителится. Нет, нет. Но был один косячок вот с этой вот оправкой. Ну, вернее, не с этой, то и уже нету. Вот первая оправка вот из этого же акрила была к этому же клину. И она у меня лопнула. Это я забылся. Я вот здесь вот тянул, 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 лежу. А еще вроде еще немножко. А еще
немножко. Так, ну, вроде туго, но еще немножко. И доигрался до того, что она у меня лопнула. Просто уже она прям уже конкретно тугая, прям была так прям туго вытаскивался. Клин, и поэтому я доигрался. Если так, тык-дык, трещину. Пришлось заново сделать. Горизонт, естественно, естественно. Горизонт выдержан. А неплохо, да? Для Дамаска-то. Чего я сомневался, я не знаю. Все думал, там вот, там Дамаску, там 13-й радиус. Как с 6-го, да, бла-бла-бла. Да нифига, нифигово, да? Ну, нифига, нифигово, как бы так. Ну, хорошо я выражаюсь, да? Правильно, наверное. То же самое, заточка могла бы быть четко в два раза уже. Но она ровная, она идеальная. Волосы отпадают красиво. Не знаю, стоит сейчас порубать волосы, не стоит. Мне как-то вот что я не рубил, никто что-то не сказал. Надо вообще это кому? Нет. Хотя, вот посмотреть обзоры какие-то вот у кого-то. Ну, вот, например, вот даже вот Левченко обзор смотрел недавно. Своей бритовки, которая уже повидала видов. И там все от и до подробностей. Но если я сейчас буду так отмечать, я не знаю. Во-первых, я не уверен, что я так смогу сделать. Тоже так же красиво и подробно, как Левченко. А во-вторых, тоже, что и в-первых. Ладно, не буду я сейчас размусоливать. Это вот знак зодиака. Ну, как-то простенько, да? Надо было их прям тоже, наверное, натыкать. Вот. Не очень удобные символы. Не очень. Это граб черный. Как его там называют? Мареный. Мареный. Ну-ка я посмотрю. Со стороны. А то через мне тоже нифига не вижу, что я показываю. Подчеркиваю еще раз. Для меня горизонт важен. Теперь. Раньше не было важно, а сейчас он важен, потому что он красиво выглядит. А раньше мне было по барабану. Вот так вот. Заточка опять же заширена. Заширена, блин. Завышена, так скажем. Но я опять же не буду повторяться. Разве вот сейчас можно сказать, что она широкая? Нет. Но она в два раза шире, чем могла бы быть. Вот. Все, шикардос. Медленно покажу, иначе я опять замечаю с собой, что я такую болтанку устраиваю на видео, вот такую вот прям вот все мельтешение сплошное, и поэтому я вот так вот решил. Ну естественно, ровно, естественно, иначе бы я докопался. Ну что, волос рубить? Давай уроним пару волос, да. Итак, волос тонкий, он же женский. То есть мои волосы там уже рубить вообще ни о чем, они рубятся всегда легко. Вот, а тонкий женский, он рубится всегда не очень легко. Ну, мне кажется, приблизить надо еще попробовать. А то там нифига с ней макро. Ну-ка. Ага. Так, по резкости. Так, касаемся. Ну, кто-то мне говорил, почему я издалека не держу. Вот это издалека. Отпал. Он, видите, загнут. Еще дальше взять. Да легко. Да легко. Чем дальше волос от пальцев, тем легче он отпадает. Где тут видео у меня снимается-то? Все. Все. Это из Мербау. Оправка. Давайте пробежимся, попробуем. Мне как бы не затянуть вам видос. Иначе вы сейчас уснете, а мне потом вас будить. Криками, да? Опа. Чем дальше волос от пальцев, тем он легче рубится. Чем ближе, тем хуже рубится. Блин,
Он отпал. Ладно, еще берем. У меня запасной есть. Блин, где там? Край-то у него. Вот он. Ну-ка, видать. Отвалился. Это листья желтые. Что у нас тут еще? Орех, как его? Американский. Америковский. На данный момент трамповский. Опа. И нет волоса. И в общем-то, одно и то же. Одно и то же. Просто вот так вот. Просто одно и то же. Давайте буду быстрее показывать, иначе вы реально устанете смотреть то, что я тут гнетелюсь. Даже я начинаю уже уставать. Оп. Отпал. Он не щелкает, он не дрынькает. Он просто отпадает. Тихо-тихо. Скромно так отпадает. Вот. Я думаю, что такая заточка вам понравится. Это я к будущим пользователям данных бритовок. Отпал. Опа, на бритве завис только. Это из-за этой, как его, акрила коричневого. Касаемся, отпал. И чем дальше, опять же повторюсь, волос от пальцев, тем он лучше рубится. Блин, что рубить-то? Сейчас. Так, взял волос. Вот эта бритовка с зодиаком. Вот. Я, правда, даже волос не распускал сегодня. Но это настолько муторное занятие. Оно просто отпадает. И это сложно сделать, чтобы он... Видите, он раз упал. Чтобы его распустить, это надо быть гуру. Как там говорится, 80-го, видите, уровня. И поэтому что ты крутишься. Так, волосок. Ну, сейчас он тем более отпадет. Ну да. Если, да вот попробуем давайте все-таки распустить. О, нет, я его уже загнул, наверное. Не распустится у нас волосок. Где он там? Нет, он просто отпал. Во, вот сейчас вот давайте смотрим. Ответственный момент. Распуск вдоль. И по лезвию потащим. Да, ну, только вроде начал находить этот момент. О, ну нет, он только начал распускаться и отрубился. Все. Как бы все. Вот с этими рубиловыми делами. Ну, это вот так вот у меня все выглядит, да. И беру бритовки сегодня с собой. Готовлю бритовки сегодня. Подготавливаю на сайт. Надеюсь, сейчас я не забуду, как в прошлый раз, видеокамеру. Для того, чтобы еще на вертухане вертухануть их. А может и не надо, да? А развешу я вот так вот это видео каждому наименованию, и не буду я никакие вертушки крутить. Мне кажется, это правильно. Мне кажется, это будет здорово. Все. Спасибо за внимание. Увидимся.